Вот такой прохладненькое сегодня уточка. Солнце выглядывает он из-за деревьев. Вон оно. Вон. День быть хороший. Ну, сейчас 8 градусов. Руки трясутся. Красота. Друзья, я всех приветствую на своем канале. Всем здравствуйте. Кто заходит, кто смотрит, кто мимо прошел. Всем здравствуйте. Вон, ждут. Кс-кс. О, кс-кс. Дружок, привет. Костика, виль-виль-виль-виль. Так, мне сказали помедленнее водить камеры в своем саду. Листвы уже полным-полно. Все становится такой какой-то не очень хороший. Так, а меня все ждут. Кто хрюкает, кто мычит, кто чего. О! И все бегут, бегут, бегут. О, носит. Он, вот гоняют его, соседский петух. Он все равно живет. Ну, вообще. Иди домой, а. Не хочет. Думаю, он, наверное, тоже обижают. Иду. Пока вывел своих телят. Сделал скотинную уборку. Солнце уже. Он где? Высоко светит прям в глаза. День быть хороший. О, какая. Мне просто руки грязные. Как-то не люблю в перчатках. Я одеваю перчатки. Потом их скидываю, забываю, бросаю, где попало. И не могу в перчатках, вы представляете? Вот руками все, голыми. Здесь тут две груши висели. А, вот они. Одна. А вот другая. Зимняя. Она твердая. Ну, Юль тоже дала мне твердые, а не какие сочные. Так что птицы повсю поют, грачи каркают, летают. А мне сегодня просто пораньше. О, чуть на солнышке сверкает. Пораньше это. Ну, укол. Вот я и пораньше вышла убираться. Орут, летают. Собираются, наверное. Вещи собирают на юга. А что туда лететь? Там тоже погода непонятная. Друзья, всем приятного аппетита. Так у меня завтрак. Не говорит, что кофе. Давление. Это у меня просто чуть скакануло немножко. И оно не настоящее. Притом с молоком. Творог вчера купил свежий, сметан свежий. Ну, как обычно, яички. Колбаски купил вчера. Сырку. И мои любимые хрустички. Друзья, всем приятного аппетита. А, пойду еще маслицы принесу. Дорогие мои,
А я сегодня вас всех поздравляю с праздником. Праздник веры, надежды, любви. Желаю всем всего доброго, здоровья, чтобы у всех все всегда получалось. Мирным нам небом. Так что всем, всем всего хорошего. А я вас взяла на одно мероприятие. Вы сейчас со мной пойдете. Знаете куда? В клуб. Нам позвонили, сказали приходить на день престарелых. Так что, видите, я вас с собой взяла. Так что, что интересно, я вам покажу. Нас сегодня пригласили на праздник. Девочки, какой сегодня праздник? День пожилых. День красивого. День людей красивого. Спасибо. Вот такая у них здесь красота. Это в нашем клубе. Такие половички. Вот так сделан заборчиком. Красиво. Здесь цветы. Я вам не говорила, у нас есть библиотека. Но это уже в следующий раз. А девочки вот такой шикарный стол накрыли. Да и, ну, я просто, ну, они готовят, стараются, молодцы. В клубе видел такую герань необычную, блин, какая красота, да? А вот это вообще цвет, ну, камера так не передает цвет. Угу. Девочки, ну как так придумали красиво вообще. Красиво. Вот такая еще здесь Гера. Вот так девочки постарались. Вот так вот стало красиво. Все на свете. Даже вот такие раки. Вот такая картошка. Вообще молодцы. Дай Бог вам здоровья, что вы так все делаете. А здесь? Есть сосиски. Спасибо, с удовольствием нам организовали такой праздник для нас, для ветеранов, пожилых людей. Поздравляю вас с этим праздником. Желаю вам крепкого самого здоровья, не болейте вы, ходите, двигайтесь, и остальное все приложится. Спасибо. А сейчас мне плюда. Вот именно. Больше рака. Тебе достать рак? Ты ела, как я выездила? Чтобы счастье сопровождало каждый день. Чтобы погода была солнечной, настроение радостное. Чтобы каждый день, просыпаясь утром, хотелось жить. Жить и жить. Не хватало на обиды, сомнения, разногласия. Чтобы было счастливо, радостно каждый день, с каждым утром. Самого вам всего доброго, хорошего, теплого и самого-самого лучшего. Спасибо. 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 Конечно, и нам всем с вами, чтобы, да, скорее всего, урегулировали, чтобы мы жили мирно, спокойно, так, как мы жили всегда. Когда мы были вот маленькими детьми, мы утром просыпались и знали, что с нами ничего не случится. Да? А сейчас боимся каждого самолета, вертолета и всего. Ну, как бы... И вас сегодня с праздником. Сегодня вера, надежда, любовь. Сегодня ваша. Меня благослови. Сердце подари. А судьба моя судьба.
все, мы вышли из клуба. Хорошо попраздновали, песни попели. Вообще красота. Девочки молодцы, нас угостили. Ну, а я пришла, переоделась. Меня ждет скотинная уборка. С корабля на бал, короче. Праздник прошел. Ну, хорошо мы посидели. Девчонки молодцы. Вы сами видели, что они так устроили все. А председатель колхоза Барзых дал по 1000 рублей. У кого паи, дал по 1000 рублей. Ну, он и прошлый год тоже давал. И в этом году. Так. У курей ничего нету. Сейчас пойду. Насыплю всем. И буду убираться. За телятами пойду. Просят кормить, телят поить, сен давать. Так что я работаю. Ой, ты что, офигел совсем? Я тебя... Что делаешь?
тебе махну, блин. Ну-ка, ушел. Ну-ка, не балуй. Спокойно. Пойдем, 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 пойдем. Так, а мы вышли на прогулку. Скотинный убор закончилась. Я неугомонная. Надо на прогулку. Сейчас за Иринкой зайдем, а то она вчера говорит, не пойдем. Я говорю, да нет. Так мы уже пошли бы, но уже кое убралась темного. Так что идем. Я вас с собой взяла. Везде вас вожу. Ношу везде вас с собой. Вожу, ношу. Заговорилась. Закат уже все. Может, сейчас попозже будет видно. А сейчас пока не видно ничего. Сейчас уже темно. Пришли к речке. А уже стемнело. Но ничего, все равно. Видно, вон закат небольшой. Так, друзья, а на этом я всем говорю. Всем пока-пока. Всем мирного неба. Чтоб у всех все хорошо было. Здоровья нам. Всем пока-пока. Обнимаю вас, ваша Галюня. А мы домой пошли. О, какая луна! Что-то она у нас с другой стороны получилась. Шли она была с этой стороны справа, а сейчас с левой.